12 июня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной открылась выставка «Память поколений», организованная совместно с Российским географическим обществом. Посетители могут увидеть фотоработы, принимавшие участие в конкурсе «Самая красивая страна», а также фотографии из архива Министерства обороны. На снимках лица героев и живых свидетелей войны, места памяти и мемориальные акции. Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Редактор